Всем привет! Сегодня сделаем бантики из репсовой ленты шириной 2,5 см. Размер готового бантика 8 см. Для одного бантика нам понадобится отрезок длиной 11 см, 2 отрезка длиной 15,5 см и 1 отрезок длиной 45 см, а также узкая лента для закрепления серединки. Резинка или другая основа для бантика и декор по желанию. Из отрезка длиной 45 см делаем восьмерку. Складываем пополам изнанкой внутрь, намечаем середину. Затем прикладываем края к центру перпендикулярно нашей намеченной линии с противоположных сторон, образуя восьмерку. Закрепляем булавкой. Складываем восьмерку вдоль пополам, так как показано на видео. Для удобства сгибы можно подколоть булавками. Прикладываем края к центру, прошиваем, делая 3 стежка, стягиваем и закрепляем нить. Отрезок длиной 11 см складываем пополам и намечаем середину. Прошиваем по намеченной линии, стягиваем, закрепляем и обрезаем нить. Отрезок длиной 15,5 см складываем изнанкой внутрь, так, чтобы один край был на 1,5 см длиннее другого. Передний более короткий край загибаем назад по диагонали к противоположному углу на сгибе. Более длинный край загибаем вперед, так как показано на видео. Подравниваем края. Прошиваем края, захватывая уголки, стягиваем, закрепляем и обрезаем нить. Со вторым отрезком поступаем точно так же. Собираем бантик.
Свободный край обрезаем под углом, делая флажок. По желанию декорируем бантик. Я решила украсить его стразами. Ссылочки на декор вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Ссылку на группу вы найдете в описании под этим видео. Приклеиваем резиночку и закрепляем узкой лентой. По желанию приклеиваем серединку. Бантик готов. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!